Oh, I don't know, you're out there. I give you my love, but you don't care. Всем здрасте, едем в больницу. Кирюха кружку чая на себя вылил 2 дня назад. Скорую вызвали, перемотали его. Сейчас еду на прием к врачу. Нет, блин, 1 минуту. Как ты так? Не знаю, просто задел кружку. Кстати, задел кружку? Угу. В общем, поедем к врачу. Там обмотает, перемотает. По идее, перематывать надо через день. Каждый день. Нету возможности, потому что я работаю. Поэтому буду смотреть, что там хирург как делает. Буду перевязывать сам. Ну, а к нему 2 через 2 на прием буду ездить. В общем, приехал в одну больницу. С одной больницы послали во вторую больницу. Приехал во вторую больницу, уже в нашу местную, к детскому педиатру, спрашиваю: слушайте, ну а что делать-то? Она говорит: вот я вам сейчас дам направление, поедете в третью больницу. Я говорю: давайте глянем. У меня нету возможности ездить каждый день в конец города, потому что я работаю. Она: не, ну так нельзя, нужен врач. Я говорю: давайте глянем, что там за ожог. А Кирилла обмотали, там так страшно. Всего. Такое ощущение, что там ожог, там, я не знаю, второй степени или третий. В общем, потихонечку скрыли. Там красное пятнышко, маленькое. Посмеялись, долго смеялись. И зачем столько так накрутили-то? Я говорю: ну, со страху, может быть. В общем, поехал, взял, а что она мне посоветовала, мазевую повязку. Сейчас по квадратикам. Там квадратик у него получается ожог. Ну, на сантиметр на сантиметр. Вот сейчас возьму вот эту мазовая повязка. Она с каким-то там перуанским бальзамом. То есть уже мазь-то не надо подкладывать. Навожу этот лейкопластырь. Там кусочек вырежу. Там. Сверху бинт. И на бинт уже возьму лейкопластырь. Думаю, нормально. А кипиша было прям. В общем, ничего особого. Небольшой такой звук. Вот как не углядели, не знаю. Кирилл этот. Ну сейчас все, уже не подходит, боится. Уже хорошо, уже радует, что не пойдет. У него был случай, у меня полотенцесушитель тоже. А я его сделал через бойлер. Воду включаешь, он начинает нагреваться. И он потом температуру держит. Там час-два. А тут Кирилл что-то за него схватился. Тоже там, помню, руку обжег. Сейчас не подходит. Аккуратнее надо быть. Я ему говорю, он не понимает, скачет. Вот она, мазевая повязка. Значит, она раскрывается. Блин. Все, бегает, как новенький. А там мелочь. Взяли бумажки. Ксерокопии сделаем. И в этом году мы в школу идем. Я первый раз. Иду. Первый класс. Хочешь в школу? Ну что, ты рад, что в школу пойдешь? Угу. Первый класс хочешь? Да. Я тоже в школу хочу. Первый класс. Возьмешь меня с собой? Ты же на работе работаешь. Да я возьму выходной. А? Возьмешь меня с собой? На работе работаешь. Поедем за курицей. Говорит, курица это, говорит, не мясо. Это птица такая. Поехали. Рыбы возьмем еще с тобой.
Давай, пристегивайся. Время обеда. Еду за сыном в садик. Позвонили в садик. Сказали, садик заминирован. В общем, детей всех на улицу вывели. Вот так вот. Лечу. Ну все, вон. Полиция оцепила, вон детей вывели. Утро следующего дня, еду в садик, стремаюсь я, думаю, все нормально, сейчас узнаю, что там, что нашли, что не нашли. Так, ну что, съездил в садик, людей там очень мало сегодня, обычно машину негде ставить, сегодня стоянки пустые, зашел в садик. В садике там 5 человек. Люди боятся. Я вообще не понимаю вот этих телефонных террористов. Зачем вот звонить, говорить, что там бомба в садике. Страшно на самом деле и неприятно. Лучше бы, я не знаю, там делами бы занялись. Звонят, людей пугают. Не понимаю эту политику. Все хорошо. Сейчас хочу листы повесить. Забор надо доделать. Погода сегодня первый день. Такая солнечная, хорошая. А так все, дождь, тучи. Ладно.
так вот получилось. Ну а с ДВК получилось вот так. Я думаю, нормально. С этой стороны вот так получилось. Как говорится, пойдет. Так, потратил я 1000 рублей на краску. Что ты рассказывай, как в садике? Все как обычно. Ничего нового? Да. Поехали домой. Забор не доделал, надо будет краску купить. Вот забор у меня получается там кусок, там 3 столба. Краску куплю, потом доску покрашу, потому что я не хочу ее прикручивать. Мало ли дождь пойдет или еще что, чтобы она не намокала. А в сухую погоду мы ее покрасим. И будет все отлично. И еще. Поедем к маме съездим. У нее там стиральная машина потекла. Говорит, вокруг нее лужа. Сейчас возьму пассатижи, возьму отвертку. Мне, в принципе, все, больше ничего не надо. И глянем, что там с ними. Машинка такая интересная. Машинка течет оттуда снизу. А машинка называется. Как она называется? Понятия. Вот так вот, наверное. Huawei или что там. Ну, такая она крутая. Она, кстати, тише моего Samsung работает. Вот она старая. Она еще тихо-тихо шпарит. Она здесь и парит, и варит. Можно делать манты здесь в ней. Вот. Барабан на 10 кило, на 7,5. А что это 7,5 плюс 5? Это что? Что барабан такой большой. А вы знали, что вот эти штуки, они снимаются? Какие? Вот эти вот. Ой, а в ней вода. А что в ней вода делает? Не было воды. О. Ну и понятно, она вот отсюда вниз и текла. Странно. Так, а из-за чего ж может вода здесь быть? Не держит какой-то клапан. Так, сейчас. Нет, здесь должен быть тот же. Так, это что это такое? Вниз вода уходит. Чего-то. Так. Сейчас мы сделаем. О, утюг даже есть. Так, здесь ставим 0. Не знаю куда. Угу. Вот это у нас что, центрофуга. Трокен-дроген. Что это за трокен-дроген? Шнаги. Блин, а. Это сброс может? Отжим? Нет, вот это отжим. Мастер пришел. Может это, может. Как он включается? Кирилл. Спортсмен. Все. Эх, печально. Да, Кирюха? Угу. Да. Сколько он? Лет 10 отслужил. Футболист. Телевизора нету. Кирюха. С мамой придет. Получим мы с тобой ремня. Ладно.
Ладно, всем пока. Берегите себя. До новых встреч. Да? Угу.